Сбера есть такие три... 11 продуктов, которые помогут Магадану в цифровизации. Глава муниципалитета Юрий Гришан и управляющий северо-восточным отделением Сбера Олег Бугай подписали соглашение о сотрудничестве. По словам специалистов, инфопродукты помогают в корпоративном управлении. Кроме того, их цель – оптимизация затрат и улучшение сервиса. Одним из таких продуктов стала цифровая школьная платформа. Она очень интересна. Интересно тем, что это как своеобразный помощник учителю. Если раньше учитель там обучал школьников через учебники, то сейчас это можно будет делать через данный контент. Это повышает, самое первое, мотивацию учеников. Они будут прикованы, молодое поколение, они сидят в гаджетах, а здесь будет своеобразный гаджет, через который они будут получать контент. Но это помощь учителю. До конца этого года сотрудники Сбера планируют закончить формирование списка школ, которые захотят работать с цифровой платформой. Кроме того, специалисты предложили администрации города Сберлогистику и инструмент управления автогаражом. Также в этот день мэр Магадана Юрий Гришан поздравил сотрудников и руководителей одного из крупнейших банков России. Сберу исполнилось 179 лет. Эту встречу организовали в онлайн-формате. Поздравляю вас с днем рождения. Вы уже сказали, что мэрия Магадана без Сбера не видит себя. Вы наш ключевой партнер в кредитных отношениях. Надеюсь, что у нас все хорошо получится и по лизингу. Юрий Гришан дистанционно наградил сотрудников Сбера за отличную работу. Градоначальник отметил, что многолетняя работа банка основана на принципах долгосрочного партнерства с клиентами, ответственности и безусловного выполнения своих обязательств. Да, Олег Анатольевич, конечно, я принимаю участие.